Во время войны он был первоклассным снайпером. День Победы встретил в Польше, а после проходил службу в Иране. Много лет отдал службе в пограничных войсках. Павел Тихонович награжден 28 медалями и орденами. В 2011 году он принял участие в торжественной церемонии присвоения Анапе почетного звания «Город воинской славы», которая состоялась в Москве. Близкие друзья и боевые товарищи вспоминают его как очень надежного и отзывчивого человека. Павел Тихонович был активным членом нашей ветеранской организации. Он всегда был с нами и в радостные дни, и в горестные, в скорбные дни для нашей ветеранской организации. Буквально достаточно было его нашего звонка, и он был готов буквально через непродолжительное время встретиться с курсантами, с школьниками города-курорта Анапы. Жаль, конечно, что приходится уже говорить в прошедшем времени. Поэтому от имени ветеранской организации мы выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Но, как говорят, человек жив, пока жива о нем память. Даже после ухода на заслуженный отдых Павел Тихонович много сил отдавал военно-патриотической работе с молодежью, проводил уроки мужества в школах и вузах, рассказывал подрастающему поколению правду о суровом военном лихолетии. Я желаю особенно молодым ребятам беречь то, что было создано нашими предками, и прирастить вот это, чтобы действительно нашим городом гордились не только мы, анапчане, но и гордилась наша страна. Соболезнования родным и близким Павла Кухоля также выразили администрация, совет депутатов и совет ветеранов города-курорта.